Привет, меня зовут Андрей, и сегодня будет на Ютубе программа про Джокерленд. Я вам покажу сейчас первый аттракцион. Это училка Алакуин. Что такое Джокерленд? Расскажи, пожалуйста, Джокерленд, для начала, чтобы все знали. Это парк Джокера, в котором они мучают супергероев. Ну, это набор Лего или что это? Это набор Лего и больше, чем в одном космолете Лего, в этом наборе. Вот смотрите, я вам продемонстрирую. Она едет, она издевается одним, он едет под горячими мусорниками. С этим уже все. Вот, это Бэтмашина. Можешь ее ближе сюда показать? Это Бэтмашина. У нее нет открывашки, она так открывается. Там внизу там написано лицо Джокера. Вот сам Бэтмен. Вот здесь пушки. И там пушки. И с этим закончили. Теперь парк Недовитого Плюща. Ой, Сайфар упал. Так, парк Недовитого Плюща. Он насердитый, а перед ним цветок. И обратно. Чик-чик-чик. Что, это лифт? Это лифт, по которому Сайфар крутит педали, чтобы лифт опускался. Ну, с этим уже покончили. Идем дальше. Опять упал Сайфар. Простите, простите. Извините. Так. Вот это. Аттракцион Человека-пингвина. Здесь акулы плавают. А динамиты в этих утках. И вот этот аттракцион крутится. Не знаю, зачем было инструкции так нарисовано, что пингвин должен быть на пистике. Я не знаю, что они там придумали на этой инструкции. Ну, и по счету это будет вот этот. В котором сейчас, подождите, сейчас будет, простите, сейчас сломалось, не могу сейчас. Нет. Ой, боже. Все, можно продолжать. Вот, смотрите, вот это ядерная пушка. Вот так, чтоб она стрельнула, надо вот так. Ой, уже стрельнула саму. Вот так. Смотрите, чтоб стрельнула, надо вот так натянуть, потом взяться сюда, а потом чик. И здесь еще есть ядра до этого. Второе ядро. Здесь всего три ядра. Самое бесконечное ядро. Но это еще не все. Еще есть у нас подключки. Сейчас поставлю сюда пушки. Подождите. Все. Все. Сейчас будет самый главный аттракцион. Да-да-да-дам. Да-дам. Да-дам. Здравствуйте. Надо покрутить класс. Я дурачок. Так, смотрите. Это Джокер. Сейчас поднимем стримы, как Бэтмен падает.
кислоту. Так. Здесь вход. Там-т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 ам. Тук-тук. Уи-и-и-и-и-и-пам. Так, и все. Джокер он. Спасибо. Можно снять все поближе, каждое это? Покажи, пожалуйста. Вот это будет, это самое, здесь в этом очень много деталей, в этом наборе. Больше, чем, сейчас, Спайдермен, еще где носорог, еще там песочный человек, в этом наборе. Больше деталей, чем в том наборе. В этом наборе походу, что миллион деталей. Ну, смотрите все. Если вы что-то забыли, я вам все продемонстрирую. Нет, подожди. Вот это, пап. Вот это, если вы забыли уже. Вот это, ой. Та-дам, и уже взорвалось. Сейчас упадет. Вот, смотрите. Вот. Если вы забыли. И вот. Если вы забыли. И вот человечек на его машине. И демонстрация вот этого, который мучит Робина. И, короче, еще пушка. Я не знаю, как его зовут, робота. Ну? А сколько вообще фигурок в этом наборе? В этом наборе 8 фигурок. Кто? Пожалуйста, перечисли. А? Джокер, Стайфайр, Ядовитый Плющ, Арлеккин, Робин, Человек-пингвин, Бейсбой и Бэтмен. И робот и пингвин. Значит, 10 наборов. 8. Да, 8. Нет, плюс еще пингвин и робот, это будет 10. Ну, пока, друзья и братья.